В канун Нового года 8 орловчан стали обладателями государственных наград. Их вручал губернатор. 5 награжденным присвоены звания заслуженных работников строительства, сельского хозяйства, образования и физкультуры. Регалии почетного гражданина области, нагрудный знак и ленту вручили профессору кафедры истории АГУ Егору Щекотихину и президенту Государственного университета УНПК Вячеславу Галенкову. Я делаю и буду делать все необходимое, что в моих силах для процветания, для развития процветания Орловской области, ну и также России. Благодарность президента объявлена генеральному директору ЗАО «Корпорация ГРИН» Николаю Грешилову и завкафедры АГАУ Роману Лешуку.